Спасают металл. Энергетики сибирской генерирующей компании уже приступили к откачке талых и грунтовых вод из тепловых камер. Если не проводить эти работы, то, по словам специалистов, подземные коммуникации приходят в негодность гораздо быстрее. Это контролируемый также процесс. Уровень грунтовых вод, талых вод на наших объектах. Существует определенное оборудование, которым пользуемся, это откачивающие станции. Хуже другое, когда вода попадает в электрические коммуникации, это кабельные каналы, трансформаторные подстанции. Здесь необходимо как бы уже превентивные меры, заранее вывозить снег, не допускать большого скопления воды, которая может при активном таянии нанести вред оборудованию. Серьезный вред талая вода наносит и подземным тепловым коммуникациям. Снега в этом году много, и вывозят его не всегда и не везде. Чаще всего дорожные организации при расчистке расталкивают его с проезжей части на газоны, где и проходят тепловые сети. Это, конечно, недопустимо. Сотрудники сибирской генерирующей компании регулярно направляют письма коммунальщикам с просьбой не складировать снег вблизи коммуникаций. В случае возможного повреждения на устранение порыва времени уйдет гораздо больше, ведь прежде нужно будет убрать снежные кучи. В СГК призывают более ответственно относиться к контролю за производством снегоуборочных работ. О любых дефектах на тепловых сетях или сдвинутых крышек люков на дорогах и тротуарах нужно сообщить в диспетчерскую службу по телефону 43 23 63.